некоторые. Всем привет. Меня зовут Игорь. Я работаю в сети Михаил Гусь на проспекте Науки 11А. Я хотел бы сегодня поговорить на тему, можно ли разговаривать во время массажа, как с позиции массажиста и как с позиции самого клиента. Вот. Ну, это все по факту, лично, как у меня это бывает, довольно-таки часто, что когда человек приходит на массаж, и он уже лежит на массаже, я еще даже не начинаю делать массаж, а он уже что-то мне уже хотел что-то рассказать, и это же все обычно бывает на эмоциях. А в этот момент мышцы-то напрягаются максимально, самой спины, шеи. И, естественно, при вдохе задерживается сама мускулатура, дыхательная мускулатура. Вот. При этом уже массаж сделать качественно я не смогу. Поэтому желательно человеку успокоиться, какое-то время подождать, что-то, если что-то хочется спросить. Так вот. И скажи, что не любишь, когда болтают клиенты. Нет, это когда... Ну, человек, если за позитивное что-то говорит, то оно всегда интересно с человеком разговаривать. Вот. Бывает даже такое, что человек поднимает голову или вообще встает на руки. И, а давай поговорим. Ну, да, не, да. Он просто на эмоциях, оно само по себе так невербально сразу получает. Вот. И я уже трачу время на то, чтобы человека успокоить. При этом же у нас как бы и так время такое не очень позитивное, да, там по эмоциям. И в этот момент может как раз стимулировать выработку гормонов, там кортизол или адреналин. И это уже будет, ну, наоборот, хуже делать, прорабатывать все мышцы, оно будет все напряженное, и это будет уже неэффективно. Да, бывает такое, что человек приходит и на позитиве рассказывает какую-то там информацию интересную, и он сам расслаблен, и я расслаблен, и все здорово получается. Особенно, когда вечером уже хочется есть, а ты, Пашки, уже хочется есть, а человек начинает рассказывать о своей любимой какие-то блюда. И ты как бы уже думаешь не о том, не о этом массаже, а как уже поесть быстрее. Ну да. И как бы оно же еще там слюни не капает со спины. Поэтому, ну, желательно я прекращаю разговор на эту тему и начинаю делать массаж нормально. Можно сделать меню тем, которые можно с тобой затрагивать, да? Выложить клиенту, ознакомьтесь, пожалуйста. Ну, а если с позиции массажиста говорить, удобно ли мне разговаривать во время массажа или удобно мне слушать? Ну, при этом человек же понятно, что хочет со мной познакомиться, узнать меня как специалиста, посмотреть, как, ну, оценить качество массажа в целом. И это все понятно, мы принимаем. Ну... Все хорошо. Хорошо. Тут... Ты говорил по поводу с тобой говорить или не говорить. Ну, это только когда первый раз приходит. Да. Окей, мы все решили, поговорили. Я уделил время, ответил на все вопросы. Ну ладно, если уже когда второй, третий сеанс, я-то наконец-то хочу сделать этот массаж человеку. Угу. Сам расслабиться и чтобы массаж был эффективный. И при этом я даже закрываю глаза, чтобы хорошо пропальпировать те участки на коже, где есть, может, фиброзные какие-то изменения, там уплотнения. И от этого будет эффективность и расслабится, ну, вся мускулатура. Бывает такое, что когда человек приходит... Приходит до специалиста девушки, там все понятно. Там
можно разговаривать, можно делать массаж, можно смситься там с администрацией. Вот, и это нормально. Просто у девчат многозадачность. Ну, и у них 1500 получается. Слов в день, а у нас 100. Ну, мы однозадачные там мужчины. Поэтому лучше мне, как специалисту, делать что-то одно, но качественное. Ну, это будет за действие, массаж. Да. А мне так нравилось, так скучно молчать во время массажа. Я так любил поболтать. Оно и время быстрее. Да, да. И я, не выходя из кабинета, пропутешествовал по всему миру. Увидел Южноафриканскую республику, водопад Ниагара. Ну, мне рассказывали люди, они там были. А я визуализировал и побывал везде. В Майами у меня был в особняке на берегу моря. Да, а круто. На самом деле были? Я на самом деле нигде не был. Я был в массажном кабинете, слушал, как клиенты, которые там были, рассказывали мне и делились своими эмоциями. Пока не успел еще попутешествовать. Может быть, когда-то. Я думаю, останется тут миг, час. Да. Когда душа полетит и попутешествует. Да. Ну, поэтому я желаю всем массажистам и клиентам уметь и успеть поговорить позитивно и получить массаж. Чувствовать друг друга и чтоб подходили, да? 100% было, да, эффективность всего. Да. И в разговоре, и в позитиве, 100%. И в самом расслаблении. 100%. Подытожим. Когда клиент хочет помолчать, то лучше и массажисту помолчать, когда массажист хочет помолчать, то лучше и клиенту помолчать, правильно? А, ну все чувствует. Да, взаимное уважение. Бывает такое, что все-таки приходится делать какие-то манипуляции, и они могут быть неприятные, ну это же как оздоровительный массаж. Угу. Ну, в конце массажа, конечно, сделать тут такое все тактильно, приятное, по ощущениям. Сгладить, да, болевые ощущения. Человек уже расслабился в конце массажа и... Доброе слово сказать. Как я рад вас был видеть. Конечно, его настигнет крепатура. И слава Богу. Значит, старались не зря. Да, 100%. Выкладывались, потели, уставали не зря. Как вам не были? Нет. Цепили в стол. Так, сейчас дам полотенечко, будете переворачиваться. Где полотенечко? Все, мы отворачиваемся, вы на спинку переворачиваетесь. Не выключай. Поправь еще глазка. Так. Угу. Синяки. Да не мы. Танцы. Не было такого, чтобы клиент на массаже храпел? Не раздражал? Стонал было. Стонал-то такое. Ну, это удовольствие. Хорошая реклама. Ну, в основном же в конце массажа человек уже расслабленный и хочет вставать, плюс подогрев стола. Мне всегда было стыдно. Когда клиент стоит во время массажа, слышно, что и другим клиентам все же захотят, правильно? Ну да. Ну вот если рядом кабинет. Ну да.
А что значит, если человек не стонет во время массажа? Плохо делаешь массаж? Или не сильно расслабил? Я думаю, что он стиснул зубы, потому что ему больно. И стонет про себя, да? А если еще и заложен нос, то по-любому, наверное, будет хрен. Продолжайте работать. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока-пока.